Вестник Северодвинска о спорте. На стадионе «Беломорец» «Фокс-звездочка» состоялся ответный матч первенства северо-запада страны между командами «Беломорец» и «Мурманским севером». Спонсор рубрики – Северодвинский торговый центр. После 6 игр в первенстве Северо-Запада по футболу среди команд 3-го дивизиона статистика матчей северодвинского «Беломорца» неутешительная. Ни одного набранного очка, при этом пропущен 21 гола, забито всего 2. К тому же оптимизма не добавлял тот факт, что предыдущий матч наши футболисты проиграли в Мурманске с разгромным счетом 6-0. К радости местных болельщиков Руслан Шичковский уже в дебюте встречи отправил мяч в ворота севера. В дальнейшем на поле была равная борьба, пока арбитр встречи не удалил игрока «Беломорца» Дмитрия Хохлова. Получив численное большинство, гости завладели игровой инициативой и за 15 минут до финального свистка сравняли счет в матче. Один-один, и в 7-й игре «Беломорец» набрал первое очко в первенстве. Следующий матч наши футболисты проведут дома. 18 июля на Ягринский газон приедет один из лидеров турнира «Фосфорит» из Кингисеппа.